Таким был этот понедельник, 4 марта, глазами наших корреспондентов. А вот чем этот день запомнился кировчанам и как они провели выходные? Давайте посмотрим. А как вы провели выходные? Так хорошо провел, то здесь отца такой еще убрал, там снег, тут еще там тропки сделал. На работе. Готовим город к весне, очищаем крыши. Ну, если честно, то я спала полдня, вот, но остальную половину дня я готовилась к понедельнику, к учебе. Я играл на гитаре. И я прошел тест-драйв на новом автомобиле, вот, очень меня зарядил, вот сейчас настрой такой, что надо идти зарабатывать. Я съездил в Казань, очень классно отдохнул с друзьями, зарядился новыми эмоциями, ощущениями. Катался на сноуборде. Работала все выходные. Сидел дома с больным внуком. На природе в бане. Ну, в основном дома были, погуляли, сходили и все. Выходные замечательно провела с семьей на свежем воздухе. Мне очень нравится Киров, очень нравятся люди, которые здесь живут. Но погода, конечно, не такая, как в Миссисипи, там жарко, а здесь у вас отличная погода.